В эфире ежедневный спортивный обзор. В студии для вас работает Кристина Лата. Здравствуйте. Хоккеисты Сибири исправились за поражение от Минского «Динамо» в субботней игре. В очередном домашнем поединке подопечные Андрея Скобелки победили нижегородская «Торпедо» 4-1. Силовая борьба, гол в раздевалку и комментарии игроков в нашем сюжете. На резвый старт хоккеистов Сибири у нижегородского «Торпедо» есть свой ответ – силовая борьба. Каждый микромомент необходимо выигрывать, чтобы не упустить нить игры. Однако игра здесь тонкая. Если есть борьба, есть и удаление. Одно из них для нижегородцев становится роковым. За 2 секунды до сирены на первый перерыв Дэвид Устрем отправляет шайбу в ворота. Когда был 0-1, все равно как бы мы также продолжали гнуть свою линию, поэтому как бы там никакого мнения у нас не было такого года. Играли, продолжали, по системе, по своей придерживались, все. Следующих точных попаданий долго ждать не приходится. В середине второго периода новосибирцы выстреливают дуплетом. Сначала капитан сибиряков Алексей Копейкин удваивает преимущество команды. А затем Сергей Шумаков в красивом стиле доводит счет до крупного. Атмосферу, которая царит и в эти секунды, на протяжении всего поединка отмечает даже Петер Искудра, главный тренер нижегородцев. Надо отметить, наверное, что это, по моему мнению, лучший дворец в лиге по атмосфере, вообще по шоу. И здорово, очень приятно здесь играть, несмотря на результат, но действительно удовольствие от шоу, от хоккея здесь, конечно, огромное получается всегда. Больших возможностей ротации состава у наставника новосибирцев Андрея Скобелки, в отличие от его коллеги из «Торпедо», нет. Если нижегородцы могут позволить себе дать пару отдыха некоторым игрокам, то сибиряки практически всю треть сезона играют одним составом. Конечно, мне бы хотел тоже человек 5 менять иногда, да, потому что график такой достаточно напряженный. Что сделаешь? Так, значит, так. Нет у нас такой сейчас возможности. Поэтому что об этом говорить, если у нас все равно такой возможности нет. Возможно, «Торпеду» удается огорчить Александра Салака как раз из-за усталости. Завершившаяся серия 6 матчей с овертаймами или буллитами дает о себе знать. Однако легионеры Сибири имеют на этот счет свое мнение. Дэвид Ульстрем воспользовался нерасторопностью защиты гостей и гроссмейстерски просчитал атаку. Передача на Ридерваля и гол. После забитой шайбы всегда любая команда начинает прибавлять, начинает как бы атаковать, бежать и так далее. Поэтому здесь ничего удивительного. Итоговая победа сибиряков 4-1 в преддверии матча с московским ЦСКА нужна в первую очередь для эмоций, ведь главный матч домашней серии – серьезная проверка на амбиции команды. Волейболистки «Олимпа» в прошлом году дебютировали в высшей лиге А, втором по значимости турнире страны. Если стартовый сезон сложился для команды из Куйбышева не лучшим образом, то в этом году от команды ждут результатов. О предстоящем старте женского волейбольного сезона смотрите далее. Уже через неделю волейболистки Куйбышевского «Олимпа» вступят в свой второй сезон высшей лиги А. Опыт, который команда получила в прошлом году, хоть девушки и выступили в 27 матчах из 32, бесценный. Первый сезон, когда мы вышли, было еще как-то непонятно. Мы не думали, что будет такой сильный уровень, потому что мы никогда не играли с таким уровнем команд. Здесь уже все более понятно, уже знаем, что надо подходить более ответственно уровню. То есть есть и игроки уже мастера спорта, то есть с ними уже посложнее, уже более сконцентрировано в лиге, а игра побыстрее. То есть все знают, что серьезнее. Состав высшей лиги А практически не поменялся. То есть команды знакомые. А когда знаешь соперников на собственном опыте, то и играть легче. У «Олимпа» состав тоже практически не изменился. Основная обойма вступает во второй свой сезон. Однако и новички есть. Летом команду пополнили 3 волейболистки из Красноярска. За этот короткий промежуток времени они уже стали в «Олимпе» своими. Девчонки влились очень хорошо. То есть у нас команда такая, мы сами как бы принимаем. То есть мы одна команда. То есть они приехали уже наши. Амбиции второго сезона в команде уже, безусловно, выше. Все говорит о серьезных намерениях. Отношение к тренировкам, опыт побед и поражений и атмосфера в команде. Все поддерживают. У нас много опытных девочек, так что они помогают. Так я не играла в этой лиге. То есть все пытаются помочь, подсказать. То есть с этим нет проблем. С таким багажом Куйбышевский «Олимп» вступает в очередной волейбольный сезон. Старт команда Николая Симоненко возьмет уже 28 октября в Череповце. Соперник – местная северянка.
Только самые интересные новости из мира спорта в эфире нашего телеканала. Для вас работала Кристина Лата. Увидимся на УТС.